Антон. Алло, я у забора стою. Все нормально. Антон, как часто ты ломаешь телефон свой? Ну там экран разбил, либо там кацанул, в ремонт понес. Ну раз в 3 года. Экран, стандартный экран. А водой заливал? Да, конечно. Так. Я вот тоже поплавал в воде 3 дня назад. То есть делаем вывод? Делаем вывод, не нужно носить с собой в бассейн телефон. Мне кажется, вам что в бассейне делать с телефоном? Кадры снимать. Слушай, такие кадры уже сняты. Здесь снимали в Питере. А где? Какой момент? Где? А, где гаишник говорит, слушай, тормози, я за продукты, за водкой. А, вот этот магазин? Вот продукты, видишь, написано. Да ладно. Да, а вот по этой улице шел менеджер и пинал урну. А, спасибо, Антон. А там вот Академия Штиглица, художка. Ни хрена себе. Чего? Угнал тачку, не знаю, что делать. Это наши зрители? Да, это наши зрители. Наши фанаты. Можешь что-то сыграть, да? Нет. Вот летний бабу. А, это вот это вот. Ты чё? Это? Смотри, Кощей Бессмертный. Вы слыхали, когда... Берем. Его легче всего собирать. И вот давай всегда такие брать надо. Преимущество телека, ребята. Только что мы купили с большой скидкой. Не захочешь, но возьмешь. Черная пятница. 500 рублей. 469. Ты берешь? Нет. Ну, еще такая штука, что типа, ну ведь раньше же жили без телефонов и ничего. Ну, как бы, блин, ничего. Это было неудобно. Сейчас, чтобы, ну, к примеру, мне нужен текст какой-то песни. Просто к примеру. И я вспоминаю телефон друга. Значит, еду домой, набираю его, а он еще не дома. Я жду, когда он приедет. Я у него спрашиваю, а не у тебя был когда-то вот сборник, там была эта песня. Он говорит, да, только я дал челу ее полистать. Давай завтра созвонимся. В итоге я с ним только через 3 дня встречаюсь. Я переписываю эту песню. Еще через 4 дня я ее наизусть выучил. Ну, так, просто по кайфу. И вот через 5 дней, значит, история с песенкой закончилась. Ладно, хрен с ним, пусть через 1 день, но сейчас это можно сделать все за 7 секунд, найти песню и прочитать, о чем там поется. Другое дело, что тогда без телефона я эту песню заучивал наизусть. Сейчас я этого не делаю. Раньше я заучивал наизусть, и я знаю очень много песен. Да, мне кажется, мозг больше думал. Завтра еще выступление. Да, «Бродячие собаки». Да, завтра выступление.